Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstart.ru. Уже у нас приближаются новогодние праздники, и сейчас у нас самая популярная пора для Снегурочек и Дедов Морозов. Сегодня мы рассмотрим с вами костюм Снегурочки для взрослых. Это Снегурочка Гжель. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Такой вот удобный пакет с ручкой. Довольно объемный. Давайте посмотрим, как выглядит костюм Снегурочки. В нашем интернет-магазине вы найдете множество костюмов Снегурочек, как для детей, так и для взрослых. Визиточка интернет-магазина grandstart.ru в товаре у нас. Снегурочки вы сможете найти как серебряные, так и голубые и белые. Любой длины, любого фасона, то есть на любой вкус и цвет. Снегурочка Гжель у нас с кокошником идет. Посмотрите, вот такой вот замечательный кокошник. У нас здесь идут пайетки блестящие, бирюзовые, серебристые, синие, голубые, которые переливаются. По краю кокошника у нас пришита серебристая тесьма. Также вот можете посмотреть, здесь поверху у нас тоже идет тесьма серебристая. Кокошник высокий, объемный. Вот можете увидеть, какой он достаточно большой. Сзади это выглядит вот так. И кокошник идет на резинке, то есть абсолютно на любую голову подходит. Также сзади у нас вот такие вот две большие ленты, которые завязываются в красивый бант. Такой вот кокошник. Далее в комплект у нас входит кофточка. Вот такая вот красивая кофточка с длинными рукавчиками. Кофточка в цвет гжели. Материал у нас идет атласный, и по низу рукавов, и также по центру у нас идет искусственный белый мех. Посмотрите, здесь у нас также тесьма серебристая, как на кокошнике. Воротничок у нас тоже меховой идет. Сзади у нас на молнии идет. То есть вот она открывается и вот так вот застегивается. То есть полностью на молнии по спинке. Такая вот кофточка. И в комплект у нас входит юбка. Вот такая вот длинная юбка в пол. Юбка на резинке тянется. Также в цвет кофточки атласная, гжелевская. По низу у нас идет также искусственный белый мех и серебристая тесьма. Юбка у нас на подкладке. Двойная такая подкладочка, сеточка и атлас тоненький. Такая вот юбочка, но такая довольно объемная. Данный костюмчик Гжели есть еще одного варианта, точно такой же абсолютно, только не длинная юбка в пол, а есть короткая юбочка. Поэтому по своему усмотрению вы уже можете заказать любой, либо с короткой юбкой, либо с длинной. А остальное будет все абсолютно такое же. Если вам понравился костюм Снегурочки Гжели, заказывайте его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.